Так, а я не понял, а чё разорались-то так, а? Я слишком рано пришел, что ли? Наша рыба, наша рыба. Проверим сейчас эту точку на наличие щучки. Если здесь ее нету, то надо будет идти дальше вверх по течению. Секретное оружие и тесто с чесноком для плотвы самодельное. Сейчас попробую, ладно, вот так вот двигаться. Там, 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 ну и к основному месту. Всегда дежурные окна в этой лужице достоит. Прям при мне подвел к берегу ближе. Смотри, он выскочил, прям догонял с самого того берега. Рассветный окушок. Ну ты красивый, красивый, иди. В общем, как всегда, Lucky John, Ultra Worm, 1,3 дюйма, мормышка, 0,2 грамма, на монолеске 0,08. Как он играет, я вам сейчас покажу. Это кстати. Ой, ой. Прям сейчас покажу вам. Смотрите. Смотрите, как он играет. Просто бомбически, блин, я сейчас сам схаваю. Неужели? Кто же ты? Щучка, щучка, куда, 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 куда? Куда? Иди сюда. Повезло. А что, не перекусила? А, иди сюда. Ой, ты малыш какой, какой маленький щупан. Говорил, какого-то зверя мы поймаем. Вот она, секретное оружие, та самая танта, точнее Ультра Ворм. Это вот это царь плотва, царь царей. Так, тихо, 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 не зря же я подсадчик взял. О, есть. Царь плотва. И моя царь плотва. Фу, повезло. Чувствовал, что на волоске была чужоленькая такая. Шершавенькая вся. Вся шершавенькая. Секретное оружие. Друзья. Царь плотва на 200 грамм, где-то такая хорошая. Ох, какая жирная. На микротанта. Ох, красота, шершавенькая вся. Отпустим, конечно, отпустим. Володя, как обычно, молодец. Крупнее. Блять, под сак сложил, уже домой собирался. А, иди сюда. Родная, надеюсь, ты не уйдешь. Тихо, 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 тихо. Куда ж ты, блин, заразина? Блин, уходи, уходи. Поговорить сейчас с тобой, надо фотосессию сделать. Ай, завела-то куда? Ребята. Не упустить, вот я дурак под сак сложил. Думал, что домой и все. Ты куда ж ты пошла? Нет, 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 нет. Гулять пошла, гулять.
Не ходи, не ходи гулять. Ой, сейчас зацепится и все, зайдет нафиг. Все. Вот так вот. Такая нормальная вала. Равно 600, наверное. Для этих мест крупняк. Бодренько. Бодренько, бодренько. О, о, пушок, кстати, такой. Самый большой за сегодня. Грамма 100. Пестрый. Ты смотри. Прям разловила новую приманку. Ты что такой жадный? Красавчик, иди. Вот это жадюга. Там о, этот ультраворм. Двухдюймовый. От Лаки Джона. Жадно как стали хватать. С утра вообще, блин, вяло все, ничего не клевало. Сейчас как все так ожило. За глот просто берут. Как обычно, не на камеру, ребят. Сейчас опять поклевка была. Такой же сошел. Потянул он за конец. Заодно вторую часть стянул мне. Попробуем сейчас, если он не накололся, на камеру поклевку. Это же самое кайфовое. Ой, именно поклевки. Прям кувшинки к этой подвожу, и в них прямо на рыба стоит. А, опа, вот он, вот он. Вот. О, видали, видали, кто ты? Щучка, щучка. А, ну тебя так можно краном поднять. Ну, спасибо, что за нам показала настоящую щучью поклевку. Вот ты и маленькая. Ау. Какая. Ну, рыбка зашевелилась, походу, вся. Я тебя вообще забагрил. Иди. Круто. Блин, сколько вас там? Сколько? Вот еще один. Уже такой грамм на 100, не, на 70 где-то. Прямо в одном и том же месте просто останавливаю этих кувшинки метр на метр. Давайте попробуем на камеру еще раз. Это какой-то беспредел, ребят. Это поклевки злые такие. Вот тебе блэкэддер, мармышинговый спиннинг. О! Попробуем еще раз достать оттуда что-нибудь. Неужели там так много рыбы? Это я уже 4 достал оттуда. Все, закончилось. Открыл для себя новую приманку. Уже настоящий жор начался. Вот. Причем жор начался не там, где я обычно ловлю, на разливах, там, где течение это не мутняк. А вот здесь, на узких ручьях, где есть течение и водичка чистая. Здесь рыбка и окуня, и щука хорошо берет. Так что сейчас пока небольшие берут. Ну, окунь, кстати, такие по 100 грамм более-менее для этого места нормальные. Щучки пока небольшие берут, а вот через неделю, я думаю, уже будут брать покрупнее. Так что жар щуки уже мелкой, щуки уже начался. Ладно, друзья, буду собираться я домой. Отловился, считаю, шикарно. Новый лидер у меня. Lucky John Ultra Worm 2 дюйма. В таком цвете, типа фиолета. Вот. Очень я, в принципе, доволен. Хоть, как обычно, не выспался, подустал. Вот. Всем пока-пока. Всех обнял. Подписывайтесь.